Алло! Какая приставка? Какой победитель? Ну да! Приз! Главнейшее из главных событий прошедшей недели, конечно же, празднование 8 марта. Днепропетровск, с точки зрения женщин, весьма заметный город. У нас тут родились Елена Блаватская, Лия Хиджакова, Юлия Тимошенко, Оксана Баюн, Татьяна Навка. Но нас, конечно, интересует все это в разрезе городского управленчества. Вот, например, Галина Ильинична Булавка в 2002 году стала первой в стране женщиной главой областного совета. А через пару лет Деева стала первой женщиной-губернатором. Нас в этот раз заинтересовала Мария Пустовая. Знаете, как называется диссертация Марии Пустовой? Гендерная эпистемология философии постмодерна. Кстати, Мария Пустовая – это новоявленная соратница Бориса Филатова. С такими кадрами дела пойдут. 6 марта приключилось ровно 100 дней с момента присяги нашего нового городского главы. Самое время подвести некоторые итоги. И они, кстати говоря, неутешительны. Город по-прежнему живет по 1,12, бюджет только-только начал наклевываться, об этом позже. А в областных центрах, в которых нет бюджета, до сих пор как бы и не осталось. Точно так же на этом фоне прикольно выглядит Кривой Рог. Там мэра нет, а бюджет есть. Ну черт возьми. Как? Бюджет теперь общественность себя напряженно раскуривает, пытается выловить в нем разнообразные подводные камни, подвохи, лазейки для коррупции и тому подобное. Из интересного, если коротко, строительство туалета за 5 миллионов гривен в парке Шевченко. 16 миллионов гривен городской совет собирается угрохать в строительство нового телевизионного канала, который будет освещать деятельность, внимание на экран, городского совета. Кстати, Федоров сказал, что первое время этот канал будет вещать в интернете. Мы, честно говоря, думаем, что и второе тоже, потому что эфирных частот как бы нет. Так вот вопрос, много ли или мало ли 16 миллионов для YouTube-канала? За Бебаньюз, за деятельностью горсовета следит совершенно бесплатно. Страшно представить, что было бы, если бы мы потратили на это 16 миллионов гривен. И снова бьют депутатов. 7 марта на депутата городского совета Руслана Вишневецкого двое неизвестных набросились с битами прямо в его собственном гараже. Депутат Вишневецкий оказался не промах, применил травматическое оружие и от негодяев отбился. Хулиганы. Если кто не в курсе, Руслан Вишневецкий – это один из так называемых тушек, которые примкнули к коалиции Филатова. Но если честно, мы очень рады, что с депутатом все в порядке. А то, что их избивают, мы считаем прискорбным недоразумением и вообще большой проблемой нашего города. В Фейсбуке, кстати, депутата Вишневецкого мы обнаружили много интересного. Про 102. На прошлой неделе произошла первая публичная экскурсия для горожан в эту службу. Выяснилось, что парням в этой службе живется совсем не сладко. Кадров не хватает, звонков много, помещение маленькое и душное. Но, несмотря на это, они не сдаются. Учитывая возросшее вдвое количество вызовов на службу 102, могут быть заняты патрули обслуживанием других вызовов. Подробнее в специальном материале Забебы. На сайте, конечно же. Не надо дразнить. Новоиспеченная полиция гонялась за бывшим гаишником, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем. Бывший гаишник оказался не промахом и технично спетлял. Его вроде бы догнали, но он все равно отмазался. А дело было так. Вначале его остановили, тут же он поменялся местами со своей спутницей, которая сидела на переднем кресле. Потом отказывался подписывать протокол, а в итоге вообще куда-то пытался убежать, но его догнали. Так или иначе, старые гаишники борозды не испортят, законодательство знают неплохо. И поэтому, судя по всему, ему за это ничего не будет. На прошлой неделе свинтили 51-летнего бритиша Поля Казарини, который, оказывается, в Днепропетровске уже который год скрывался от своих бритишных прегрешений. Он же мошенник был. Испекся на том, что позвонил в службу 102, хотел накапать на соседей, а попался сам. 40 дней будет сидеть здесь, а потом, наверное, переправят туда. Весеннее палево.
А как по-другому назвать? Во-первых, горел рынок Видный. Тот самый, который находится на Донецком шоссе под линией электропередач. Слава богу, никто не пострадал. А вот 7 марта трое неизвестных целенаправленно подожгли склад одной из фирм и еще кучу автомобилей внутри. Что там творится, вообще не понимаю. Мы здесь работаем, люди в курсе. О коммунальных делах. 9 марта технично и с использованием коммунальных предприятий был демонтирован памятник Калинину. Вообще без каких-либо пиаров и воплей. Следующий на очереди Киров. Вот так, нам кажется, необходимо внедрять в действие закон о декоммунизации. Подведем итоги призового конкурса прошлой недели. Процедура самого честного, неподкупного и неаффилированного розыгрыша сейчас перед вами предстанет. Уважаемый, ты стал владельцем отличной высокотехнологичной приставки «Фрегат ТВ». Позвони по номеру телефона на экране, приди и забери ее. А на следующей неделе мы разыграем еще одну приставку, но внимание, правила немножко изменились. Теперь мы разыгрывать приставку будем среди комментаторов под видео. Посмотрел видео, оставь коммент, получи приставку. Все просто, друг. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментарии. Мы работаем для вас. Не, в натуре класс.